какой-то катерочек идет. Прогулочный. Да, скорее всего, везет отдыхающих. Дельфин называется. Ну, люди в море на прогулку. На прогулку ходили. Рыбаки, рыбаки. Сегодня обещают ночью дождь. Такое. Утром такое было пекло. Сижу у моря, наслаждаюсь. Сегодня была очень такая, знаете, супер-супер жаркая погода. Сегодня было очень жарко. Я по своей наивности, дурости подгорела. Плечи, руки сгорели, лицо. Сейчас тут даже прохладно стало, одела даже вот кофту, потому что тело горячее, и дует холодный ветер, и немножко некомфортно себя чувствую. А так... Живем на море, постараемся прожить недели две, а может еще и больше, если понравится. Хотели еще поехать дальше, думали, что недельку здесь поживем, а на этом кемпинге у Азовского моря поживем неделю, и потом поедем и на другой кемпинг, еще дальше. Есть такой хороший кемпинг пляжный, называется у Джокера. Это недалеко от парома Керченского. Но так как сейчас говорят, там большие пробки в ту сторону, мы, наверное, не будем рисковать, мы останемся здесь. Пляж неплохой, хороший, кемпинг тоже хороший, все удобства есть, и поэтому будем здесь находиться. Завтра обещают по прогнозу дождь. Ну, посмотрим. Вот эти вот тучи, которые сейчас набежали, может быть, они что-нибудь еще и надуют нам. Вот. Но будем надеяться, что сильного дождя не будет. Если пройдет дождик небольшой, то это тоже неплохо. А так, конечно, все суперско. Находиться на море – это великолепно. Сидела сейчас на своем кресле, принесла его в берег, посидеть, посмотреть на море. Сейчас я его собираю, кладу кучу. И несу. Вот так вот оно собирается. Я его несу на место. Мегафон. По-настоящему кафе. Предложение действительно до 15 июля 2017 года при покупке смартфона и подключении опции бонус 3000 рублей на счет на 5 месяцев. Подробные условия акции на сайте мегафон.ру. Не откладывайте покупку техники на завтра. В МВидео кэшбэк до 12%. Только до 10 июля возвращаем 12% от стоимости любого телевизора и 6% от стоимости любого смартфона на бонусную карту. Не упустите максимальную выгоду. МВидео. Нам не все равно. Подробности и ограничения в магазинах. Здесь готовят шашлыки. Тоже там пляж. Все уютно, все душевненько. Даже пират. И чемодан денег.
территории кемпинга. Как говорится, отдыхать, не работать. Что мы и делаем? Мы ничего не делаем, мы просто тупо отдыхаем. Купаемся, загораем, спим, сколько хотим и когда хотим. И продолжаем наслаждаться этими моментами прекрасной жизни.